Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиография. Нильс Симонсен, датский художник, литограф, скульптор, данные из Википедии. Родился в Копенгагене 10 декабря 1807 года. Его родители были владельцем магазина. В возрасте 14 лет поступил в ученики к мастеру-декоратору, начал брать уроки рисования в Королевской датской академии изящных искусств. Позже брал частные уроки у Йохана Людвига Лунда. После успешного показа на весенней выставке в Шарлоттенбурге в 1827 году он обратился к скульптуре и получил несколько заказов, в том числе на рельефы в зале Кристиансборг. В 1830 году был награжден золотой медалью за изображение того, как Христос исцеляет больных, которое сейчас выставлено на площади Копенгагена. Хотя гонорары за эти заказы были значительными, портретные бюсты были его основным источником дохода. Его неспособность добиться более официального признания своих работ вскоре побудило его обратиться к живописи. Провел свою первую выставку в 1833 году. Его картина с изображением раненого солдата принесла ему немного призовых денег. Была быстро куплена. Позже эта картина была широко воспроизведена, в частности, на гравюре Карла Эдварда Зонне. В 1834 году, не сумев повторить свой первоначальный успех, он попросил суду у члена Тайного совета Николая Абрахама Холтона. Кредит был предоставлен, и это позволило ему провести 2 года в Мюнхене, где он попал под влияние Академии изящных искусств. Вскоре он нашел покупателей на свои работы, землевладельцев, бизнесменов, а также иностранных коллекционеров произведений искусств. В 1837 году он был достаточно обеспечен, чтобы послать домой за своей невестой Анной Марией Петерсон и жениться на ней. В течение следующих нескольких лет путешествовал под Тиролью, Северной Италией и Алжиру. Полученные в результате работы были приобретены королевскими семьями Баварии, Вюртемберга и королевской коллекции в Копенгагене. В 1842 году стал членом Мюнхенской академии и получил предложение стать профессором, но предпочел принять аналогичное предложение от короля Христиана VIII и вернуться домой. Преподавал военно-историческую живопись королевской академии. Сосредоточился на больших полотнах с военными сценами, несколько из которых были приобретены для королевской коллекции. После этого он вернулся к жанру. Сцену. С 1854 по 1883 год был преподавателем в образцовой школе Академии изящных искусств. Вновь сосредоточился на батальной живописи во время Второй Шлезвигской войны и стал членом Шведской Королевской Академии искусств. В 1852 был посвящен в рыцари ордена Даннеброга. Умер художник в 1885 году. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о датском художнике, литографе, скульпторе Нильс Симонсен. Пока-пока, до свидания.